Ну, и плюс какие-то впечатления, и какой-то удаляющийся дисциплина, и какой вообще сработать кого. Люди приходят, они начинают делать, особо в серьезных случаях просто вот нечаянно, как они делают какой-то серьезный проект, он вырастает на что-то совершенно такое коммерчески потрясающе эффективное, но человек становится с новым обращением, и когда такое физическое, то, конечно, все нет. Просто хочется сесть и заплакать. И эта ситуация доминирует, потому что, ну, опять, минимальный какой-то 3-5 процентов имеет серьезную просто устоявшуюся дисциплину и постоянно поддерживает какие-то качественные практики в течение года и думают о том, что там кто-то будет дальше работать. Они достаточно подробно, и всем наверняка очевиден. Проще и по ним слабодки, и легче и кому-то ума. Но, тем не менее, в практике никто на это по этому поводу не парится. Очень часто приходится обучать людей именно в том, как работать в принципе в коммерческой среде. Как работать в частных сроках, как работать, когда технических заданий нет, когда они написаны непонятно как, и людьми, которые в принципе не понимают, не умеют это делать. По большому счету, на самом деле, никто не умеет, не понимает. Приходится сталкиваться ежедневно в работе. Чтобы не знаешь, спрашивать, очень часто это сводится к какому-то развалу коммуникации и получается продукт, который не соответствует тому, что было в голове у менеджера, что делал программист, они не договорились, и как эту коммуникацию мы тоже и обучаем. Скорость и качество – это тоже такой момент, который очень-очень такой скользкий, что ли, можно сказать, и его реально можно только когда ты работаешь, показывают, как это делать. Либо ты это набиваешь, либо там пробаешь. Видишь, бывают две крайности. Либо человек очень старательный и очень такой ответственный, он делает там все правильно, все шаблон, все по книжкам, все как нужно, идеально. Но это фантастически медленно, и это самая идеальная, красивая там была фигура, она разобьется на первую же задуманную хотелку. Менеджера, который совершенно перпендикулярно всему тому, что программисты боятся. И дальше куча проблем. Ну, естественно, другой конец этой палки, когда люди вообще не забивают на качество и даже качество, а мы как делают какой-то рабочий продукт. Программистов менеджеров не любят, особенно в стартапах, особенно в каких-то таких идеях, допустим, на ваяре проект, прототип, заметить, допустим, из продаж. Многие успешные бизнесы так и начинают и так и развиваются. Нанимают очень таких быстрых программистов, которые не особо парятся, которые не так однозначно, ходят на пропалую голосовую штабсуке, чисто энтузиазм и мотивацией выезжают. Потом получается, там какой-то коммерческий дисциплин, но вообще некоторое время совершенно не поддерживают люди, которые не ходят дальше, но работают и ужасаются. И дальше начинаются всякие стандартные вещи, типа давайте мы это перепишем полностью, и сразу получается вот такой вот замкнутый круг, с которого на проекте крайне сложно вытащить, и прям таки очень много вкалывать, и очень много раз примеров применять, чтобы вот решение типа, к тому, как он работает. Стресс устойчивый, тут такой момент спорный, потому что вроде бы, даже если ты занимаешься фрилансом, у тебя есть заказчик, да, у тебя есть сроки, у тебя там аванс дали, еще что-то, и над этим, и у тебя есть какая-то мотивация, да, не так проекта, но еще что-то. Какие-то сроки, какие-то пытаются поддавливать ощущение, влажность и ощущение того, что надо проект дать срок, или ну, крайне успешно, потому что стабильно люди заваливают сессии, ходят их потом продают. Ну, такого коммерции, как правило, не бывает. Они если заваливают сроки и не сдаешь продукт, то, как правило, с тобой обращаются. Понимать, как именно вообще работать, как оценивать требования к продукту, как вручиваться из ситуации, когда нереализуемо в сроки, когда это за которые требуется продукт сделать, как в принципе договориться с человеком, который эти требования придумал, этим вещам тоже не надо отвечать. Ну, все, конечно, такие более специальные навыки, как я здесь привел. Ну, самое печальное, что я уже упомянул, это основа профессии. Люди начинают работать с базой данных, и не знают, что это называется.
учится работать с фреймворками, с подкастками, используют какие-то мета-языки, какие-то настройки, какие-то такие штуки, и совершенно не знаю, что у них такое. В принципе, запуск клиента на сервер, что такое, в принципе, сервер, что такое похож. И все стандарты, когда отвечают, кто это придумал. Понятно, что какая-то информация совершенно научная, исторический экскурс. Но некоторые вещи надо плотно понимать. И очень часто люди парадоксы, но к этим вещам не разбираются. Приходится чувственно объяснять, что такое протокол CPI, что такое IP-адрес, что такое CPI, что такое канальный уровень, как все это эволюционировало в времени, CI-модель. То есть такие вот вещи совершенно, может быть, очевидны, но люди их не знают. И практика показывает, что когда человек понял, и он вещей не знает, он не научится, то он чуть-чуть просто не поднимется в большинстве ситуаций. И, как правило, такой программист, он может создать очень много проблем и очень сильно навредить своим подходом к разработке. И в этот момент уже возникает ситуация, я ее неоднократно наблюдал, особенно в проектах, особо денежных и много приносящих, когда ситуация технологически доходит до какой-то критической точки, и с такими людьми обращаются и находят реально крутых профессионалов, которые знают такого весь снег, знают, как оно устроено, не просто работают, как написано эти базы данных, еще что-то. То есть вот такими знаниями, которые позволяют их качественно вывести в проекты с технологического кризиса. Ну, и эти люди платят уже даже не 80, не 90 тысяч, а сильно больше. Потому что риски для проекта таковы, что если эти риски не регулированы, то можно получить на руках катастрофы, которые либо сильно оттянутся на какое-то количество месяцев, либо вообще его, в принципе, уничтожат. Поэтому все характерно, даже коммерция, даже люди, которые ведут бизнес, даже менеджеры, они эти вещи тоже частенько не понимают до тех пор, пока с ними одна такая ситуация не приключится, и они, скажем так, не познают на какой-то горьком опыте. И с этим я тоже сталкивался. На самом деле проблема на двух сторонах имеет место быть, и это достаточно современная ситуация. Ну, собственно говоря, наша первая задача — это ситуацию генерировать с своей стороны, а им придется учиться грамотно и правильно делать свою работу. В принципе говоря, этим, я думаю, мы можем пару месяцев с вами заниматься. Соответственно, что я хочу с вами здесь осуществить? Мне хочется, чтобы мы сделали все цели и сделали за 10 лет какое-то положение, которое может реально где-то применяться в коммерции. Ну, можно, конечно, он будет банальным прототипом и не готовым продуктом, но важно понимание того, как бизнес-процессы, которые уже можно внедрить в живом продукте. Наша задача его придумать, наша задача его тестировать, писать архитектуру, все это запрограммировать, сделать, с вами. Технологические стеки, мы посетили свои коллекции дизайна, проектирования, занимаются интерфейсами, говорим по архитектуре приложения, как это все делается в современном приложении, что находится под капотом более-менее всех современных фреймворков, не важно, на чем написано, HP, Erlang или еще что-то. Ну и поговорим очень много про безопасность, приложения, как организовать, в принципе, какое-то рабочее окружение, нужны рабочие окружения. То есть будем заниматься такими вот вещами, которые ежедневно происходят в коммерческой разработке, которыми надо более-менее серьезно заниматься этой профессией. Ну, говоря, чего у нас не будет на лекциях, это такой исторический экскурс, я не буду вам занудно рассказывать на следующем лекции полтора часа, что это такое, такие, как правые американские военные собрали интернет. Я думаю, если появится желание, вы сможете сами открыть Википедию и почитать об этом деле. Я не буду подробно углубляться в то, как работают люди с подобными ОС. Опять же, что такое информационная система, что тут задача и так далее. Вы понимаете, что у вас какие-то
такое понимание есть, если нет, то, то есть мы сможем ее по ходу вопросами, коммуникацией, общением эти все моменты разработать, прояснить. Ну и опять же, есть книжки, которые я рекомендую, которые можно прочитать, и которые, в принципе, стоит прочитать. Ну и будет можно сидеть и мало разбирать, у нас 150 слов презентации, какая функция что делает, какая там директива, какие SQL за что отвечает, все вещи, которые ставлены на последнем пункте, можно увидеть в документации, можно определить и так далее. Такой навык, который должен быть, и должна быть привычка, в первую очередь, есть документацию, есть какую-то систему, чтобы вы ответили на этот вопрос, если вы его сами себе не знаете, где этот ответ. Нарабатывать, и у вас ну и соответственно будет всяких бессмысленных вещей, какой фреймворк лучше круче, какая возможность лучше или круче, это совершенно бессмысленно в данном этапе, и будет практичнее смотреть, тратить ваше время, по мере того, как у вас будет появляться опыт и понимание, как видите фреймворк заниматься, у вас сложить свои впечатления, свое желание попробовать что-то чего-то отказаться. Для наших целей выделить пришло. То, что я предложил, оно не более простое, не более банальное. Это вот эти штуки здесь уместно работают. Соответственно, что хочется видеть в результате? Дать легче увидеть на самом деле каждый из вас, то есть полагается, что каждый из вас, кто переживет свои 10 лет, более-менее стабильно приходить и делать то, что я предлагаю и прошу, приходите, получите приложение, где-либо это опубликую. Это где-то мы пусть найдем, либо я в рамках своих имеющихся компаний организую что-то, где вы сможете практиковаться и пытаться и так далее. Какой-то этап работ, класс работ, который характеризует то, чем мы говорим, вы сможете смотреть, как я, например, наоборот, критику высказывать. Это вам позволит вашим друзьям делиться в процессе, опять-таки, с первой лекции своих цикл, посмотрев презентации, посмотрев видеозаписи, посмотрев примеры года, пообщавшись там со мной, в каком-то личном формате, в скайпе, еще как-то. Если есть желание, можно работать в команде. 2-3 человека, организуйтесь и будете совместно что-то эффективное, это будет прикольно и очень полезно. Поэтому я совершенно не против. Могу сразу сказать секрет, что я тоже работаю в команде, у меня будет профессиональный дизайнер делать интерфейс, потому что я сам не являюсь профессиональным дизайнером. Ну, я скажу так, чисто для того, чтобы передать основную штуку, какой-то такой приятный. Очевидно, что для наших целей мы возьмем какой-нибудь там фреймворк, какой-нибудь бутстрап и какой-то функциональный, но статичный интерфейс. Как это сделать, и основа этого всего мы тоже с вами будем проговаривать. Ну, да, немножко рабочий тоже в процессе, соответственно, бесконечно монотонно говорить о голосовании, а следующем мне хочется, чтобы мы все более активно, более полновесно в режиме диалога работали. Я не буду принять в формате одностроим вам подсказывать какие-то вещи, что значит вам будет конспектировать или что-то делать. Это будет послушать, это интересно. Те, кто учился или учится в универе, знают, что это, в принципе, неэффективно. Проблемы будем обсуждать совместно, будем моменты выговаривать, какие-то решения будут приниматься коллективно, и в дальнейшем движение нашего приложения для того, что мы делаем, будет опираться на все эти проекты решения. Это немножко бывает. Драйвы разнообразие, и я надеюсь, что немножко добавит вас на жизнь. Ну, если что-то на каждом занятии, там, в конце него, и в лаварной части, после занятия, свободно будет подойти что-то показать, чтобы спросить что-то, как-то и так далее. Поэтому, так я еще что-то построю. Ну и за пределами семинара я которые готовы и заинтересованы заняться со мной разработкой на лекции, я буду совершенно не проблемно.
свои вопросы, пускай по электронной почте, по получению, получается, консультироваться, можете мне написать, и я вам отвечу, и вы мне переговорим. По практике только индивидуальная работа с обучение, которое реально эффективно. Несмотря на то, что мы здесь с вами более ощутимы, да, будут только если вы будете сами пробовать, сами пытаться, как это лучше делать. Вы сильно много больше тренировок. Ну, соответственно, возможно, да, с какой-то жизнь добавить, можно сделать групп-чат в контакте, скайпе, какие-то отвлеченные темы. Ну, с своей стороны, минимум я хочу пообещать, что у людей, которые реально сначала до конца пройдут, у них появится минимум представление, как вообще идет как разработка, из чего она состоит и что надо делать, что не надо делать. А в максимальном случае это донат, который позволит вам минимум пройти куда-нибудь стажироваться в какую-нибудь компанию. Либо в море, либо то же самое, еще куда-то. Уже какое-то направление, вот четко и явно. Правильно доказано в фрилансе, что-то делать, или опять же, культуры для кого-то не верю. То есть у вас появится продавок, который нужно в той или иной степени продавать. Как его продавать в свое время для того, чтобы продавать, так и в рамках индивидуального общения. И одна из тех ключей, которые я хочу здесь предложить, соответственно, всех наиболее неспособных, если вижу, не вижу, как я бы, скорее всего, значит, раньше предлагать идти к нам стажироваться, идти к нам работать, если нам позволяют более эффективно, конечно, будет 100% в свое время заниматься реальных коммерческих задач, получать для этого стипендию или зарплату. В зависимости от того, что в каком формате вы к нам придете. Вначале видно, у нас будет своя контра, достаточно такая уникальная по базе данных, по пресеку. Люди наиболее активные и интересующиеся, являются очень энтузиастом, будут потом приходить к нам, достаточно бесплатно прийти на такое мероприятие. Да.
Реально есть такая проблема, что современные люди считают, что программирование это такое вот какое-то смысле, что ли, куда-то садишься, ничего, говоришь какое-то совершенно непонятное решение, потому что прекрасное и великолепное, для эстетических соображений или еще с чего-то является крутой вещью, но оно неподдерживаемое, его сложно развивать и так далее. И наименее полезно для коммерческих организаций программисты, которые мыслят такими категориями. Я не хочу никого обидеть, я разрушу совершенно принципы лично. Но факт это так, что программирование это слово. Когда у вас есть навыки, есть хорошие навыки, и за тяжелением гораздо раз производить стабильно качественные, не проседающие много качества, развивать продукт. И это то, что является глубоким долгосрочного сотрудничества, больших вкладов и стабильно развивающихся коммерческих организаций. Ну, а что касается тех самых творческих вещей, таких, чтобы все эти позывы, скажем так, и побуждения удовлетворять, особенно программисты, заниматься каким-то сорсом или еще что-нибудь, заниматься там, какой-нибудь продукт, который им нравится. Это вот самое то, что кровати свободного полета придумать какую-нибудь никому не нужную фичу и ее потом отправить в проект на ревью, если нужно коммитить, это вообще будет круто. Как человек сможет себе написать в резюме, что он является коммитером такой-то фреймворк или еще что-то. Это тоже полезно, потому что люди, очень сейчас такая тенденция западная приходит в наш рынок, когда найм по зависимости идет не по, я говорю, по формированию или по стажу работы, а именно по тому, насколько программист является активным, как, собственно говоря, программистом. Понимаете, какой-то дополнительный развитие, программируется для каких-то опенсорсных проектов, и очень многие люди, например, делят у них там на GitHub'е какие-то свои продукты. Я знаю руководителей проектов, там, HR, которые под на GitHub'е рассматриваются, как в общем, даже не дают человеку какую-то штуку, которую можно написать или сделать, какой-то тест, что-то написал код, кто им пользуется, какие отзывы о нем, какие баги, сколько человек оперативно и хорошо реагирует на эти баги и так далее. И делать это, сколько этот человек вообще болезнен. В принципе, не то, что прецедент, когда я понимал программиста, ровно потому что мы всякие прикольные штуки на хабе опубликованы, какой-то свой личный код, который сдавал без возможности. Поэтому такая штука, на мой взгляд, вторичная все-таки, потому что это еще не является реалией нашего рынка, такой устоявшийся, который приходит на Запад, где все это дело крайне популярно. В Силиконовой долине, стартапная система, которая в частности в Штатах очень хорошо сейчас развивается. Но это такая штука, которая, возможно, следует исследовать немножко, и это, в принципе, полезно для обучения. Смотреть, как работает какой-то продукт, фреймворк, грубо говоря, который используется дофига народа, и разбираться, как они строят, как детально устроены. Да, крайне редко вот такие вот ситуации приводят к тому, что продукт получает очень качественный качок продукта вперед из-за каких-то стараний программистов. Очень характерен пример, который мне нравится, это Postgres, Postgres SQL. Есть такая штука, как генерализованные индексы. Ну, по сути, такие структуры, которые обеспечивают очень быстрый и хороший поиск по географическим координатам и вообще очень здорово позволяют решить такие задачи поиска приближенных точек и еще что-то такое дело. Дело вот подвесе этого собственной собственной базы и делают ее на них популярными. И какие-то инвестиции, которые в большом учении подсветят люди, и только пишут код, свободная на своем основе, основная работа клиентов. Естественно, таких совершенно безумных товарищей, я их лично знаю, они работают в много вакханий, то есть почему их не терпеть, люди в свое время сели и через несколько лет, непонятно зачем, непонятно, кому это было нужно, и делили эти индексы без какой-либо там коммерческой необходимости, вообще понимание, что это нужно было, там какой-то чего-то, но они купили и сейчас, в принципе, эти индексы, они выиграли по возможности такого текста, по возможности таких геозадач, где возможно продукты ваши данных точно не коммерческие, потому что ваши продукты по работе не имеют таких
мире соревнуются с фитнес, который классически уже популярен связки с носиком и соревнуются какие-то уже проприетарные штуки, которые разрабатываются какие-то софтверные контроли для какой-нибудь специальной организации, мы про них с вами не знаем, никогда не знаю, как делается заказ, и подаются какому-то специальному заказчику. Ну, как-то вот такой пример, мне очень интересно нравится, когда появляется резкий скачок качества самого продукта, в принципе, вперед на рынок. Редко бывает, и мы это если наш с вами рынок все запустило вперед. Ну, начать с качества, потому что приготовить третье слово, очень часто, если это наблюдается, проекты, где состав программистов сменяется, люди приходят, они что-то пишут, потом уходят, ну, там и программисты, и там. Я лично забываю, этого не происходит, но
соответственно, такого жесткача у нас не будет. Но, тем не менее, я все равно хочу вам продемонстрировать практический прием того, чтобы с гайдлайнами, как с ними работать. И я даже попробую, может быть, в рамках нашей работы специально сделать опытный продукт, который не будет прошивать на сайте, что все от качественно написанный продукт, от качественно написанный. Прежде чего вам понимать, разбирать, и это реально одна из самых важных задач, которые я перед собой ставил, что первая же инстинктивная разработка – это налаженные процессы, и из этого вытекающая сложная работа команды. Для того, насколько вы владеете системой программирования, еще чем-то и так далее. Это все вещи такие, чисто механические, которые можно отнести. Ну, собственно говоря, есть такой вот URL, .com, на нем я буду публиковать все презентации, публиковаться ссылки на код, каждая лекция, каждому этапу, на нем будет публиковаться какая-то промежуточная задача, которую я поставил для себя и для вас, для разработки, и, соответственно, там, чтобы какие-то контакты отниматься, может быть, там, если вы открывать какие-то особо отличившиеся, например, решаемые задачи, сравнение, когда что делать. В общем, мне кажется, что информация будет там жить, и на основе этого, так сказать, угла развивать. Это такая чисто плотная часть скучная медицинная завершена, и такое небольшое исключение, на 20-30 я хотел общаться. Что делается, что сейчас есть на рынке, что получается и так далее. Для кого-то эти информации будут очевидны, для кого-то эта информация будет полезна и интересна, и я могу разгрузить Википедию и почитать, что это такое, что какой-то вот мой взгляд, что это делается. Успешно продают еще временами
он еще спросил нас, как учиться. По поводу частной разработки, у меня здесь на моей памяти выходит продукт, который, в принципе, таким больше является стартапово, холодно говорить, стартапово, но работает на Windows Tech, это такой сеть, база знаний, база обмена опыта, очень популярная фича в среде всех населения органов, и очень много сможет какой-то. Но никто не знает, если такой сервис, задаешь вопрос, там много видов, еще почему люди отвечают на этот вопрос, более адекватный ответ, который многим понравился и который решил проблему программиста, включает определенные галочки, какие-то условные, и это, как правило, проблема, вы выглядели ее, такой вот слово, и зеленая галочка, который вам поможет. Реально такая очень популярная и крутая штука, и она работает в любом полностью на сайте просто программирования. В разработке, в числе просто, как правило, это идут какие-то интерпретируемые языки, основные классические четыре, которые сейчас в одну есть на флайде, это PHP, это Kerl, это Ruby, это они сейчас стоимость между собой делят по большей части рынок современной разработки. PHP традиционно остается безумно развивается, потому что простой, приносит низкий порог вхождения, который хорошо допустим плохо, дефинирует в нашем конечном вебе. По-прежнему остается пример, потому что большая часть бесплатных курсов и прочие приведения по-прежнему в качестве стандартных вещей поставляют статическую инсталляцию, вещи в SQL, никуда они не дергают, чтобы наиболее проверенные и как вы хотите все делать, поэтому, по крайней мере, у нас в нашем еще по-прежнему нет и продолжать играться. Реально решает какие-то задачи по обеспечению высоких уровней. Что касается Ruby, такие вещи, которые были реализованы давно, можно сказать, используются Ruby, он зажил полноценной жизнью после всех продуктов Ruby. Просто они что-то сами себя покупали, писали фреймворк Ruby на Rails, его отправили в open source. Хватило умные рабочие. На самом деле, в начале 90-х годов во Франции, они только японские люди потом мне какой-то такой исторический экскурс более подробно, но он сейчас тоже имеется в виду, на Западе его любят. Компании крупные, его используют в работу пара штук, например, Skype. Много использует своих людей.
слово выразиться. Ну, если можно ставить тон Сереброва, комментарий в Фейборде, вообще просто комментарий, прочие блоки сторон. И все, в принципе, просто не было. А особенно, я всего своего физического устройства и фреймворки, которые делаются, ни в коем случае не было применимы в коммерческой практике. Даже сталкивался с таким мнением людей, которые мне писали. Ну, какой-то там, естественно, любой другой продукт имеет свою нишу, своих подходов, исследователей, или даже вроде бы другие разрабатывают, что-то там пытаются. Смирил Израиль.
его заставляют какие-то вечные доработки и свой проект клиента. К сожалению, начальство уравнивает, оказалось, на этих поэтому они оказались уравнивать, потому что делать, конечно, и просто для деловых людей решили его как ему пишу направить, товарищ собрал свои вещи, собрал свой сервер почты. Используется
его можно прошу, может, я в восьмой не залюбливаю, тем не менее, совсем там своих проектов я его спилю, беру, потому что это такая постановка, которая только мудрослевой стала базой данных, как и изначально была. И в связи с этим у нее есть все эти самые болезни. Фокус, который очень качественно не стал. Фильм продукт у нас появляется основы, решения, которые мы применяем в компании. Есть коммерческие базы данных Oracle, соответственно, GDB, который делает компания IBM, есть Google база данных, использование сервера. Это все крутые продукты, это все крутые базы данных, используют, как правило, как я и говорил, в Enterprise, в банке, которые, где разработка и IT, и, в принципе, какой-то личный процесс не является основной, пожалуй, каким-то основной занятой компании. И мы все видели материал IT Crowd, где сидит 2,5 фрика в самом глубоком подвале, и тоже там сам Oracle, и все связано. Это вот ровно та ситуация, когда технический отдел, это бухгалтерия, еще что-нибудь. Какая-то часть, какой-то отдел, где люди, которые не приятны, где компания напрямую себе этим зарабатывает, как правило, это не так, потому что эти компании маленькие, стараются держать большой штат, потому что программисты очень дорогие, и еще там Oracle отваливают за 15 тысяч баксов в месяц за каждую железку, за каждую, за каждый инфраструктур этого Oracle, это совершенно нерентабельно для бизнеса, который может. Ну, вот здесь повесили возможно, не знаю, если вы автомобильный концерт, то, пожалуйста, так город, покупайте себе арабиста какого-то. И есть очень замечательная контора, я с ним сталкивался в свое время, которая обслуживает город, вот это юридические вещи, компания, деды по 60 лет служит по городу, и там социальный сайт, еще с первого года был сверстка, так и остался с тех пор. Т3.1, как это тут тайм стоит, все это покупающие. Такие вот конторы, где люди занимаются физическим саппортом, и это тоже своя такая отдельная среда, отдельная жизнь. И там, в принципе, тоже может быть хороший путь. И потом можно, в принципе, ударить, но это практика, это достаточно сложно и неприятно делать, если у вас какого-то начального опыта. Сейчас очень, опять же, очень большой тренд на нереализованные базы данных, когда люди совершенно современное поколение инженеров отчаялось и в состоянии очень зависимой, точнее, изобретать такие разнообразные вещи, которые всю эту богомерзкую транзакцию и прочие непонятные вещи, которые место только на секундной фразе, спилили и начали делать ориентированное хранилище, но хранилище будет в виде и еще что-то там. Все такие штуки типовые, очень в том смысле, что у них у всех есть какая-то вещь, которую они умеют делать хорошо, и есть какая-то какие-то вещи, которые они не умеют делать категорически. Как правило, к сожалению, те вещи, которые они категорически не умеют делать, это имеющие критичные, устойчивость или целостность данных, реальная, настоящая цель, целостность. Многие просто на это забивают. Запад еще это называет какими-то словами, типа Venture Consistency. Рано или поздно у тебя лента в Facebook все-таки отсортируется по дате, а не абы как. Ну, это, в этом дело все сейчас очень людям нравится заниматься. От этого, в принципе, никуда не деться. Мне не нравилось там где-то в каких-то местах, где это что-то отмешает. Ну, по большому счету, это вот, когда смотришь на эту вещь, то видишь, что люди придумывают продукт, книжек о том, как реально строить хранилище данных, потом они начинают подстраиваться под реалии рынка и изобретают примерно те же самые велосипеды. Более-менее типичный кейс для любого и мира, самого хранилища. Что?
инвесторы, очень богатые, которые инвестируют в все эти стартапы, в свои компании, есть очень много денег, поэтому они, как правило, некомпетентны в технологиях, и совершенно без проблем покупают и собираются, которые для того, чтобы они собирают, да, приятно все убирают, они будут Сейчас люди считают, что это еще что-нибудь.
хорошо, потому что рынки рынка растут. И там модным фреймворком мы уже никого не будем. Поэтому люди начинают такие технологические новшества, их становится все больше и больше, и смотрят и понимание, что уже все больше молодых, потому что они где-то все равно хочется попробовать, непонятно, что вообще это что-то будет. В эту же степень нужно отнести так называемый последний край, последняя модная тенденция, так скажем, Big Data. Все те же самые крупные компании, когда у них какие-то социальные сети, люди там миллионы записи оставляют комментарии, ежедневные чек-ины в Москве или еще что-нибудь, у них появляется целый там. Это на самом деле просто ничего не нужно. Никому не нужно и устаревший халам, архив. Да, возможно, не строит, считает. Но люди такой народ жадный и эгоистичный, поэтому выкидывают за жалко. Закупленное, поэтому все называли Big Data, думали вот это целые отдельные технологии, называемые системы, которые могут масштабироваться игроками большие кластеры, и с помощью специальных алгоритмов, микроэлектрические планы, могут эти данные большими пачками перемалывать. Ну, по сути, просто каким-то тем же самым принципом, параллельные обработки данных, классические стандарты, люди придумали новые названия, завернули все это в красивую обертку и начали продавать подвинутые самые Big Data. То есть народ притащится по этой Big Data, все больше не просто больших нагрузок, но еще было много данных, чтобы иметь постоянную головную боль, масштабировать, даже обрабатывать. Потом нам будем писать обработчиков всего этого дела. Это вот то, что сейчас так в тренде и в моде. И это началось все это еще, по-моему, в 2005, когда Google впервые столкнулся с этой проблемой, и чувство характерно Google столкнулся, потом, наверное, объективно с этой проблемой. Ну, объективно было много всякого хлама, и порой этот хлам был так необходимый к электронной почте. Более-менее, наверное, каждый из нас раз в год попытается найти какое-то письмо 2009 года там, с наушника и еще от кого-то. Поэтому было реально навязаны практически реальные бизнес-кейсы, задачи, которые надо было решить. Поэтому там работали инженеры, официально перестали Big Data было как на девайсе. Ну а дальше народ подхватил, иначе надо продукт внедрять там. Даже когда у них стоит какой-то один жалкий фильм, это у него полтора человека заходит в сутки, все равно уже хочется чудеса и Big Data. Поэтому тут основная мысль надо вынести в том, что опять-таки надо все понимать, как все условия работы и с технологиями, с операцией работать только когда какая-то потребность, либо желание уйти в это выше на рынок. А у молодых программистов появляется желание сразу. Это не основы, сразу прыгнут в мир высоких нагрузок, в мир модных технологий, и это просто создает уже, когда графы мною упомянутую проблему на рынке труда и то, с чем сталкивается разработчик. Ну, немножко возвращаясь дальше на газовый сценарий, есть такой application сервер. Все, кто знает, все знают или уже сказали, что application приводит сервисное приложение, поэтому application сервер — сервис приложение. То есть что-то, что фактически берет и выполняет ваши написанные вами на сервере. Соответственно, этих application серверов тоже категорически дофигня сейчас стало. Все что угодно, начинают фактически там PHP, заканчивая всякой эзотерикой, типа Core и Chrome, и уже упомянут коллегой Node.js, что у меня хотелось программировать на сервере, что позволяет им это делать. Соответственно, такие вот вещи стали появляться. Ну, исторически, опять же, был такой Common Gateway Interface, CGI, был такой замечательный модуль для Perla, CGI, тоже как EM. И изначально, там, более-менее, люди, когда начинали писать веб-приложения, там, в 99-2001, когда они садились и более-менее сами там программировали через этот CGI, как менять штифтки запрос, как его разобрать, спарсить, как его распределить на составляющие, что из него дальше сделать, продать клиенту ответ и так далее. Все это все вот начиналось, потом появился веб-сервер под названием Apache. Вот, может, многие об этом слышали. Это такой тоже достаточно классический
устоявшийся продукт, который очень хорошо решает его задачи. Принимать и обслуживать такие вопросы. Ну, это могут придумать сразу штуки для того, чтобы PHP. Вот PHP. Вот PHP, по-моему, больше много первого, если говоря. Там есть пользоваться первого, то я думаю, по сей день используется связка. А по сейчас, прости господи, не а современные технологии начали изобретать современные функции. Мессенджеры и Unicorn — это те штуки, которые, на мой взгляд, наиболее адекватные, которые используются для Ruby, Ruby на Rails. Компании есть проектов, которые написаны на Ruby, используют Ruby на Rails, и там используют ее пассажирные, а эти самые люди на Rails. По факту таких серверов тоже становится просто как не знаю, грибок после дождей. Что не посмотришь, что кто-нибудь безумный программист сел и опубликовал на GitHub или где-нибудь еще свой собственный application сервер для того, чтобы писать на дороге. Ну, это все интересно, это хорошее занятие, это полезная практика для этого самого программиста, потому что он сел, более-менее разобрался, как ложка работает на application сервере, написал какое-то его подобие. Фактическое такое, как домашнее знание, совершенно крутая задача. И, возможно, и я бы даже рекомендовал эту задачу сделать, чтобы понять, как вообще к вам приходит запрос, как вы его обрабатываете, как вы взаимодействуете, что такое. Низкий уровень, ниже, как не бывает, что в пределах того, что вам допустимо, не влезают в те же устройства веб-сервера, операционные системы и так далее. Ну, для этих людей это неизменно просто. Проблема и Шир мне даже сказал, это тех людей, которые сняли там, скачивают этот проект с Хаба и с помощью репозитория открытого и начинают делать при меня. Не понимая, проблемы впоследствии могут приведет. Поэтому это то же самое классическая ситуация, когда небольшая прошу процентов людей разбирается для этого, что это делать, и изобретают такие вещи, неважно из каких побуждений. И остальные они начинают там, слепые, просто недооценив пользоваться и те проблемы, которые мы уже проговорили, появляются. Естественно, есть такая штука, как middleware, посредник, не знаю, как перевести с английского языка. По сути дела, какие-то штуки, которые выполняют специфическую прикладную задачу, которая нужна для решения каких-то, опять же, в свою очередь, бизнес-задач, которые стоят перед. Но они, как правило, берут какую-нибудь штуку из физики. Такая. Для тех, кто не знает, изобретенная самым таким совершенно буквальным смыслом безумным человеком по имени товарищ Сёма, который создал сфинкс и создал публичный проект, это, конечно, коммерческое дело развивать. Потрясающий инженер и человек, который придумал эту штуку, у него есть свои безумные проблемы, у него есть свои мнения, и это что-то касается, в принципе, любого такого продукта. Но система полутекстового поиска, по-моему, нет. Очень здесь электронных сообщений, такая штука, которая сейчас очень популярно стала тоже в разработке. Раньше такое было знание более-менее тайное, которое существовало. Это правильно. И те, кто не знаком, что это такое, фактически, в первую очередь, это некая такая штука, которая позволяет синхронно решать задачи. Если у вас система, и она там не только в самом банальности, да, и, ну, допустим, у вас какой-то интернет-магазин, чтобы такой продукт, например, привезти, и потом на магазине, соответственно, поток заказов достаточно, ну, неплохой такой, серьезный, и полетой заказы формировать, обрабатывать и рассылать какие-нибудь уведомления на смс и на телефон, на смс и на e-mail, видим о том, что у вас заказ там принят, еще что-то прямо в онлайне, и в рамках скрипта, который выдал вам форму для заказа, уже непрактично становится. И возникает потребность для того, чтобы задачи распараллелись, и в принципе, более-менее 99% задач решается очередями синхронных сообщений. Ну, то есть в том, что это либо ваша база данных с какой-то табличкой банальной, либо это специальные разработки, типа тоже самое. Очень популярного RabbitMQ, такая штука с
стоит какой-нибудь в бывале, в которой вы даете сообщение, какую-то информацию, вам понятно, вашему приложению понятно, что вот у вас юзер с идентификатором 345, что был заказ, купил себе, не знаю, две пары носков, еще что-нибудь. И дальше это какой-то сервис, какой-то скрипт или, не знаю, какой-нибудь интерфейс менеджера или еще что-то. С этой точкой взаимодействует, достает из нее задачи, обрабатывает и принимает уже решение. Ну, а пользуется потом в синхронном режиме как-то либо через личные кабинет, вы можете поставить либо через те же самые имейлы и телефоны, получить какое-то управление. То есть то, что вы просто разделяете работу и делаете ограниченные ответственности. Каждый какой-то кусок сервис, какой-то кусок вашей большой системы отвечает за конкретную задачу. И это просто тот самый рецепт, который 95% случаев, как я и сказал, обеспечивает масштабирование систем в реальной жизни. Более-менее все люди к этому приходят, и фактически это тоже было изобретено в мире Enterprise, один из таких наиболее простых и понятных стандартов, которые это все дело популяризовал Enterprise, среди это был Java Messaging Standard, он называется JMS, что сколько безумная вся Java и вся ее экосистема, которая существует на JMS, в то время такая единственная адекватная и стабильная, добротная штука, которая описывает, как все это должно работать. И более-менее так все работают все эти правильные системы, все эти банковские интеграции, то есть если вы, не знаю, переводите деньги из вашего банка там, а другой банк там, например, перевод происходит онлайн, можно это все делать через какие-то там сложные, страшные интеграции с помощью людей. Целые работают операторские связи, всякие коммуникации между разными чекайками. Если вы находитесь на пределах своего рода и улетаете в Кипре или Турцию и работаете в кредит, там наши обрабатываются, и когда вы приезжаете в Европу, то баланс резко выходит решительно. На цифру там минус 1500 или еще что-то. Это все такие классические кейсы. Сейчас люди это начали создавать в open-source разработке по мере того, как все больше и больше проектов стало в пустом месте откуда-то генерировать большие тонны нагрузок больше социальности и еще чего-то и так далее. И это все дело реализовывается. Ну, этих экспериментов можно еще долго и долго рассказывать. Они все решают какую-то совершенно другую задачу, как правило. И с ними, как правило, разработчики, опять-таки, знакомятся уже по факту возникновения задач. И принимаются решения тоже по факту возникновения. Года через полгода, через внедрение, становится ясно, было ли это решение адекватно или нет. Ну, вот такой краткий экскурс у тех, у кого нет еще чуткого представления, что вообще используется инструментально в разработке и что вообще нынче на рынке есть. Вот такой небольшой обзор по факту. Все это упрощать, выкинуть все эти, потому что еще не хватит, по сути дела, да. Есть что-то такое понятие, как библиотеки и фреймворки, это вот эти самые, не знаю, настройки, наборы библиотек, какие-то каркасы, которые ежедневно все используют в разработках, каркасы для фреймворки, для серверной разработки, для серверных языков, это могут быть клиентские библиотеки, которые позволяют делать все эти красивые и динамичные клиенты в Facebook, которыми любят наблюдать в социальных сетях, в компании, в торговле и так далее. Ведь это все дело такая космическая часть. Нифига, суть из 6 миллионов всех разных людей не имеется, какой-то там условная какая-то там, может быть, несколько сотен является топовыми, наиболее популярными, более-менее адекватными продуктами, все остальное это такие упражнения в собственном развитии программистов, когда садятся и изобретают на себе библиотеку и либо изобретают что-нибудь внутри компании, а потом публикуют в open source. Потому что это классическая такая вот очень популярная, тоже приходящая к нам с Запада, западной разработки и тенденции, которые разработчики внутри
входят вместе в какую-то штуку, и потом ее вкладывают в open source, и это создает какой-то положительный экспертный профиль для компании, радости, моральное, психологическое удовлетворение для программистов, и в целом вообще никаких отрицательных эффектов не несет. Ну, то, что это все есть, и, безусловно, любой нормальный, меняемый коммерческий продукт, более-менее серьезный, он имеет какую-то, местами хорошую, местами не очень, но будет для обслуживания. Есть какие-то сервисы, которые постоянно мониторят сервера, пишут сервера, мониторят, следят за базами данных, за еще чем-то, анализируют, собирают показатели. Если эти показатели приходят в трафик стимула, то система начинает вас создать проблемы. Приходят электронные письма, приходят смс-ки, особенно характерны для сервисов 24/7, которые должны работать в досуточном беспростое. Там наиболее актуально небольшое количество всех социальных сетей и подобных штук, которые должны работать в досуточном, и этим делом тоже пестрят. И это тоже нужно, и в какой-то момент мы о них тоже поговорить, когда уже подберемся, наверное, ближе к вопросам публикации продукта и вообще понимания, как продажной системы. То есть кухня продукта, если у них 10 сервиров, они не обходятся без автоматизации, управления, все-таки новых версий, еще чего-то. Потому что очевидно, сидите руками 20 серверов нечего под приложение на каждой измененные запятой пикорки на серте. Это грустно и печально брать. А сегодня люди придумали автоматизации, потому что банальный какой-нибудь там чекаут выпуска из репозитория раз в минуту по расписанию все-таки это может сложный инструмент, который по управлению системы администратора берет и подходит, получит сервера, раскладывает новые конфигурации, дает серверам команду на перезагрузку, на подгрузку новых конфигураций. В общем, потом включаете штуки, работают, и хотят, чтобы обеспечивать выгодку. И если инструмент совсем хороший, то и откат на предыдущую версию. Если что-то правильно лучше понимать. А рано или поздно всегда что-нибудь вот так происходит. Вкатывается код, который ломает что-то непредсказуемое, и надо принимать меры. Ровно на это все отправлено тот инструмент. Ну и очевидно, более-менее любая команда для отработки, где больше трех программистов, и которые более-менее серьезны, там есть средства, которые используются для организации совместного труда. Репозитории, трекер задач, какие-то инструменты для code review, может быть, еще какие-то подделия. Это все тоже имеется, но неизбежно для того, чтобы вести масштабную разработку, когда параллельно много задач. Самое резюме, которое я хотел подвести по факту, если так, составить какой-то отчет, подвести итог тому всему, что я сказал по технологии, то факту вам нужно три вещи для того, чтобы начать работать. Вам нужна операционная система, которая будет веб-сервер, будет сервер приложения. Веб-сервер для того, чтобы принимать клиентские запросы, отдавать серверу приложения. На сервер приложения для того, чтобы эти самые клиентские запросы уже обрабатывать, выполнять бизнес-логику и регистрировать, может быть, создавать заказ, начинаем все делать, такие вот вещи говорят. Ну и фактически практически 95-98% приложений и сообщений, крайне специализированных штук, они требуют, это будет база данных. В нашем случае я выбрал такой приложений, которые наиболее просто в освоении, которые наиболее просто поставить сюда и начать работать, с которым у вас там возникнет минимальное количество сложностей для того случая, если вы с этим сталкивались, поэтому это вот более-менее то, что вам для себя организовать, чтобы вы могли с вами начать успешно заниматься, успешно дело разрабатывать. То есть вам нужна подобная система, в данном случае это банальный, наиболее классический, наиболее популярный, наиболее, пожалуй, стабильный
давайте для тренировок. У меня есть PFM, это такой, называется модным словом, стендалон, или переводится на слово, зависимый, называемый, сервис приложений, который находится на вашей операционной системе, сам по себе, независимый, и он принимает за запросы, обрабатывает и отдает обратно ответ. Он будет выполнять программу, которую вы с вами писали. Ну и возможно, анализ, очевидно, для того, чтобы хранить данные, манипулировать данные, хранить какую-то изоляцию. Мы будем использовать версионирование кода, любые изменения, они будут отделяться в отдельный такой отдельный срез. Для этого и используется система контроля версии, для тех, кто знаком. Система контроля версии такая штука, которая тоже была изобретена еще на стыке, так сказать, тысячелетий, времени 2000-х годов. И это, по сути, штука, которая позволяет отслеживать экспериментально изменения, которые произошли там, в вашем тексте, или еще в что-то, во что-то потом сменить предыдущий трафик. Изначально это было в этой штуке, да, CVS, такая технология была, потом изобрели Subversion или SQL сокращенно. Этот самый Subversion очень долго использовали, и он был таким, что называется, основным продуктом, и только сравнительно недавно, лет там 5-6, ну, точно не скажу, начали думать все эти новые разные популярные и не очень числа для контроля версий. В данном случае этот вид такой является самым массовым распространенным продуктом, который изначально придумал кто иной, как Windows Torvalds, разработчик ядра Linux. Размер репозитория и исходного кода операционной системы ядра стал настолько большим, что работа с SQL была банально нерентабельна, практически, потому что очень медленно и долго для них. Он снял и более-менее сам какие-то необычайно быстрые сроки и думал, что это самый гид. И является таким, так сказать, стандартным де-фактом, но большая часть народа его использует. Я уже неоднократно упоминал слово, загадочное слово, по-моему, GitHub. GitHub, это такая, можно сказать, социальная сеть, на котором программисты переходят в операционку свой код. Их не переплатные версии и современные стандарты, либо у них крестить за денежку свои внутренние разработки. Но суть в том, что это такая вот социальная среда, которая позволяет людям делиться кодом. Ты можешь свой код туда отправить, ты можешь с ним поработать, другие люди могут себе спланировать, копировать себе и работать независимо. Какие-то правки они могут тебе обратно скинуть, ты можешь их себе в свой собственный репозиторий купить. В общем, такая вот социальная сеть для программистов, основанная на данных продаж. И технология командного работы позволяет это делать. Как я сказал, является стандартным фактором, но фактор тоже является стандартным фактором. Есть как использовать качественную репозиторию, поэтому мы им будем пользоваться и работать тем, кто еще понятно не делает. А diff, ну, diff это сокращение differential, то бишь фактически самая разница. На diff, как правило, имеется двух различных сравнение двух разных версий одного чего-то, там это можно быть файлов конфигурации или файлов с исходным кодом и отсутствие, какие есть изменения. Классические diff-виды еще появились и использовались чисто для задач администрирования, системы программирования. Но потом они, очевидно, пришли с появлением систем контроля версий приобрели широкую популярность. По сути дела, ваша система контроля версий такая облагороженная дефицилита, потому что каждый новый термин, каждый новый у вас с момента предыдущего право. По сути дела, то, что представляет никто, в данном случае я его упомянул именно как какой-то либо графический, либо танцевый инструмент, который вы будете постоянно использовать для того, чтобы смотреть, какие изменения
рублей, может быть, вы будете скачивать мое приложение, приложение коллег, вы опять будете смотреть, чем новая версия моего приложения отличается от предыдущего. Кроме всего этого, вам просто создание. Ну, очевидно, где-то придется писать блог, что-нибудь использовать такие большие сложные интегрированные связи разработки, IT, кто-то выбирает простые текстовые редакторы с подсветкой, это уже дело. Говорит, вкусно, цвет вам три разные, говорят, что понравится, это слово течение не имеет. Ну, что мы будем делать? А изначально я думал такую идею, я только думал, что можно изобрести, и прикидывал в голове всякие какие-то разнообразные вещи, и полезно. Ну, потом я немножко решил внести прагматизм из суровой реальности в изучение мир и создать такую штуку, которая может быть объективно полезна. Потому что какой бы коммерческий вы с людьми работали и какие бы сервы пользователей не делали, равно будет какая-то часть какого-то сервиса, какая-то система, которая будет вести в учет затрат, заработков, сколько пользователь потратил денег на смайлики, еще что-нибудь. И ровно для этого всего вам нужен система учета финансов. И, как правило, приходят программисты, они точно так же делают систему учета финансов, но безумно. И просто система умеет сходу по умолчанию правильно считать и управлять деньгами в системе. И это такое, на самом деле, просто очень интересно. И его можно совершенно долго развивать и посмотреть, как реально правильно деньги. И это, на мой взгляд, такой скилл, который действительно повысит рентабельность программиста как трудовой курс, да? Потому что бизнес, особенно те бизнесы, которые где-то прогорели о том, что у них некачественно была организована работа с деньгами в сервисе, они пускают людей, которые умеют это правильно делать. И умение правильно работать с деньгами в системе, это такой технически полезный навык. Поэтому мы с вами немножко говорим о том, как это вообще правильно делать, как это проектировать базу данных, почему контакты устойчивы, и на этом основе этой системы строим какие-то сервисы, которые что-то внедряют, и отчеты, которые приходится делать, потому что опять же писать сами и социальные сети. Очень часто, если мне тоже нужно сутиться работу программиста, она является достаточно рутинной. Нужно уметь программировать форму, программировать таблицы, программировать выводы отчетов, рекомендаторов, менеджеров. Это все тоже имеет место быть. С этим тоже нужно, что называется, учиться, нужно смириться. И вот здесь я этой задачи делал эти как-то моменты тоже затронул. Но я подумал и решил, что это, в принципе, задача сложная, интересная и как такой формат, на который всегда можно опереться, будет. Но я хочу все-таки в такой момент это организовать. Я думаю, что я всем здесь, кто присутствует, предоставлю возможность подумать и немножко так, что им было очень интересно, прикольно бы сделать и написать, какой сервис, чему научиться, какую задачу решить. Соответственно, у нас есть эта страничка ВКонтакте нашего события, нашей лекции. Я в нем сделаю сегодня вечером какой-то ответ, тему, прошу товарищей, которые администрируют все это дело, чтобы они или создатели ответ, и им и все желающие там смогут написать свой ответ и сказать, что бы они хотели объяснить, что бы они хотели сделать в рамках нашего. Я там это делаю немножко тренироваться, то в воскресенье я соберу ваши отзывы, и если там будет какой-то прослеживаться тренд, какое-то желание общественности на каком-то конкретном варианте остановиться, то, ну, если этот вариант не будет выходить до Кузова, понятно, что там Твиттер какой-то с вами не напишется, если занятий обладают базовыми данными, что у вас, что у меня, поэтому. Ну и, естественно, поддержки здравых
здравого смысла, ну, короче, человек приходит. Но если там реально что-то крутое появится, то мы возьмем за основу вашу идею, понимаете. Бывает немножко это про драйвер, разнообразие и необычности, и стоит то, что как бы танцует под напрячься, потому что сделать систему 15 первого нового сказать, я не лайк-чат или еще что-нибудь, я смотрю, не знаю, как делать, и для меня это будет в некотором смысле тоже какое-то занятие и практическая работа, как и для вас. И это будет проблема, которая увеличит нашу интересность. Если варианты появятся, и я между ними выбрать, то мы просто банально придем к голосованию вначале, с самого начала следующей лекции, а там уже импровизировать. Вот поэтому всех призываю подумать, поразмыслить и свои элементы оставлять, чтобы мы начали. Первые решения принимать совместно по нашей работе. Ну и такое совершенно банальное задание. Те, у кого уже имеется понимание, как это делать, то есть если делать требуется, те, у кого такого понимания не имеется, есть просьба этим. Просто тот самый стек технологический, который я написал у себя на рабочей машине, развернуть. Там неважно, что вы себе выведете на экране, в том, что вам приходилось, чтобы у вас вся эта связка вместе работала, чтобы вы могли уже, имея рабочую среду, не начинать совместно со мной создавать какой-то реальный продукт. Ну, как я и говорю, если вы уже умеете это делать, то вам делать почему? Если вы умеете, то полгода начинайте заниматься, пробуйте, чем дальше будут мои контакты, как я и говорил, начинайте свою модель, вы можете любые вопросы создавать, писать, и я буду вам помогать во всем этом. Если у вас какие-то проблемы появляются, какие-то мне сообща решать. А наша задача, чтобы тем людей, которым интересно поработать в рамках нашей лекции, чтобы такая штука была готова для следующего занятия. Ну, собственно говоря, если кто-то не успел записать, не переживайте, на, как я говорил, на сайте наших лекций будет опубликована полностью презентация, будет опубликована полностью задание с проверкой, и у вас будет возможность спокойно это делать. Ну, вкратце, о чем мы поговорим в следующем нашем году. Мы уже, я перестану вас утомлять своим бесконечным хлопаньем до тех того, как будет тяжело живется, без того, что программистов, и мы займемся уже реальными вещами, когда у всех будет рабочее окружение, мы поговорим, что такое клиент-сервер, и какую роль что выполняет, и какие вещи нужно знать, какие вещи нужно освоить по ходу дела. Мы немножко поговорим о чем больше правильный дизайн, мы начнем с вами проговаривать и обсуждать функциональные возможности того, что мы хотим делать с вами. Если какие-то будут проблемы по поводу организации рабочих отношений, мы их сможем проработать, сколько это требуется, и так далее. Ну и в заключение я вам объясню, почему технические здания хорошие не бывают, и мы с вами сделаем хорошее техническое здание и будем по нему работать, как в реальной жизни. И на основе этого уже будем дальше вертеться и крутиться. Так, я вам сейчас закончу, соответственно. Кто-то хочет уже начать какой-то мачете, не очень, две замечательные книжки. Две единственные полезные книжки, которые я в свое время прочитал в университете, которые не обязательно сразу прочитать за одну ночь, во время это делать. И это, конечно, что-то будет хорошее или нехорошее говорить о ваших основах, потому что это будут талмуды, в которых очень хорошо и качественно описано, собственно, два матрица про компьютерные сети и про современные ИБС. Можно, в принципе, использовать каким-то расходным видом и возвращаться, и это в ходе работы выступать какие-то основы, понимания, что такое многозадачность, там, что такое процесс, что такое поток и так далее. Ну, чтобы такие вещи можно было начать, потому что я не буду их разжевывать по часу для вас и привлекать к тому, что будет часть состоятельной работы, мои контакты, они есть на сайте, они есть
буду отвечать. И если у вас какие-то вопросы остались, то вы можете их задать сейчас, через какое-то время через кулуары, можете пообщаться со мной лично. Хочу всех за обучение поблагодарить, что вы сюда пришли и уделили мне время. Я надеюсь, что столь большой ажиотаж будет на следующей лекции, и мы сможем вместе поделиться. Всем спасибо. Следующую среду, ровно через неделю, вот 8 часов, я буду здесь точно так же ожидать, знаете, раз в неделю, каждую среду.